Друзья, всех приветствую на своем канале. И как вы уже поняли, у нас сегодня розыгрыш. О правилах проведения расскажу в конце, а тем, у кого нет времени смотреть, можно будет ознакомиться в описании к видео. А теперь давайте посмотрим, что у нас сегодня разыгрывается. Спонсором данного ролика является Кияшко Игорь Викторович. Игорь собрал 3D принтер и изготавливает подлокотники для металлоискателей. Сегодня один из них мы и будем разыгрывать. Данный девайс, как вы уже поняли, предназначен для всех металлоискателей линейки Ace, или в простонародье Аська. Но обо всем по порядку. Цвет у нас остался классическим для Аськи, желтым. Но по желанию покупателя Игорь может сделать и другим. Применяя руками умеренные физические нагрузки на деталь, подлокотник ощущается достаточно крепким. Плюс комрады, которые уже приобрели его, никто не жаловался, а даже наоборот. Это, конечно же, одно из достоинств данного подлокотника, чем он и отличается от своих оригинальных собратьев. Очень интересно придумал. Как многие сейчас любят употреблять америкосовское слово «лайфхак». Так вот, этот лайфхак переплюнул американского Гаррета и предлагает нам вот такой интересный бокс для запасных батареек. В комплекте с подлокотником идет запасная дверца. Батарейки сидят плотно, не выпадают и не болтаются. По весу он ничуть не отличается от оригинала. Но если вы все же посчитаете, что это новшество для вас лишнее, Игорь сделает все в точности, как у оригинального подлокотника. Вне зависимости от модели, он будет в любом случае дешевле, чем предлагают нам магазины. Думаю, он также подойдет и на аппараты линейки Xterra и другие, которые имеют похожую трубчатую штангу. Еще один плюс этого подлокотника в том, что у него нет болтового соединения, и в случае сборки в полевых условиях вы не потеряете ни гайку, ни винт. Крепится очень легко, просто соединив одна в другую обе части. Сидит плотно, без люфта. Ребра жесткости усиливают и без того надежный обхват. Данный подлокотник будет отправлен в любую точку России в той же надежной упаковке, что и пришел мне. Но если на почте попадется недобросовестный сотрудник, который будет пинать посылку, тут уж извиняйте, друзья. Чтобы принять участие в розыгрыше, вам необходимо проделать следующие процедуры. Первое. Быть подписанным на наш канал. И чтобы потом мне это можно было проверить, не забудьте оставить открытым свой профиль. Второе. Поделиться данным роликом на своей странице в социальных сетях Facebook, Одноклассники или ВКонтакте. И третье, написать в комментариях под этим видео ссылку той страницы, где вы сделали репост. Победитель будет выбираться по комментариям к данному ролику. Комментарий должен быть один, это ваша ссылка. Ну и само собой, если будут обнаружены нарушения или фейковые страницы, приз будет переигран. И все это будет происходить в специальной программе, которая выбирает случайный комментарий. Счастливого победителя мы узнаем 14 февраля. А тем, кому не удастся выиграть, всегда могут заказать такой подлокотник у Игоря. Ссылки на него я оставлю под видео. Ну а я желаю всем удачи. Подписывайтесь на канал, ведь впереди еще очень много интересного. Пока!